На «Ночи в музее» покажут фильмы Серебренникова и Звягинцева. Компания «АКО» проведет кинопоказы «Вы, мы, мама» на Гоголевском бульваре. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию ленты.ру. Показы пройдут в рамках «Ночи в музее», 19 мая. Онлайн-кинотеатр «АКО» и Московский музей современного искусства объявляют о начале сотрудничества. Первым совместным проектом станет специальный показ фильмов «Ученик» Кирилла Серебренникова и «Возвращение» Андрея Звягинцева в рамках всероссийской акции «Ночь в музее», говорится в сообщении. Зарегистрироваться можно по ссылкам «Ученик», «Возвращение». Перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.